Надо даже наоборот, какой-то бизнес-план нарисовал еще, как Дмитрий Анатольевич помочь в развитии бизнеса. Малого бизнеса, да? Не, ну вы, я понимаю, наказали, но вы еще мое желание все отбили. Так же, вот я с молодежью часто работаю. Мы с ним стоим и говорим, а что дело, брала, что снимать нельзя. Чего запретного здесь? Товар стоит для всех, ценники стоят, а что запретного? Ну, здесь, знаете. Закона нет такого. Нельзя снимать. Я могу приходить, хоть фотографировать. Все смотреть. Все, что у вас не надо. Сейчас надо вон в очки сейчас. Придорожное кафе. Мясо не сочное. Похоже, пролежало в холодильнике месяца два. Обычный кетчуп, обычный майонез и лук. Лук даже не сочный. В общем, этому заведению ставим минус 5 баллов. Street food.